Сразу после войны по маленьким городам разъезжала цирковая бригада, состоящая из 3 человек и 1 медведя. Так как клетки для медведя не было, а переезжали они часто, то перед посадкой в поезд медведя поили водкой. После этого он засыпал. Его засовывали в мешок и клали в вагоне под нижнюю полку. Так без лишних затрат перевозили медведя из города в город. Руководитель этой бригады сказал Курепову: «Жаль медведя, спивается вместе с нами».